Сегодня 19 марта. Ровно 150 лет назад, 19 марта 1869 года, самарским губернатором Григорием Аксаковым было направлено предписание во все торговые словесные суды губернии об их упразднении. Такое решение принял правительствующий сенат. В стране тогда стали действовать суды присяжных, адвокатура и мировые суды. 110 лет назад, 19 марта в 1909 году, газета «Голос Самары» разместила на своих страницах объявление о наборе врачей в Самарскую земскую больницу. В ту пору здесь нуждались в опытных окулистах, хирургах, гинекологах и отоларингологах. Сегодня бывшая земская больница носит имя известного русского хирурга Николая Пирогова. Ежегодно 19 марта в России отмечают День моряка-подводника, а еще сегодня Международный день клиента. 19 марта в разные годы были рождены эстрадный певец Валерий Леонтьев, певица, художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина, российский биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко и другие известные люди. В народном календаре сегодня Константиновы круги. На Руси в этот день считалось, что необходимо вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Русский народ очень ценил колодезную воду, складывал о ней песни, пословицы и поговорки. Всем известна, например, такая: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Такими событиями вошел в историю 19-й день марта. Всего вам самого наилучшего!